Так называемые голодные камни спустя десятилетия вновь открылись взором людей в чешском городе Дечин. Они лежат в русле Эльбы и обычно скрыты водой. Но в этом году река сильно обмелела из-за засухи. На огромных валунах видны даты и надписи, предупреждающие о возможном неурожае. Самая известная надпись на камне сделана в 1904 году. Местный предприниматель Франц Мейер открыл бар, где заодно продавал открытки. Они нравились коллекционерам. На открытках были слова с этого камня. «Плачь, если увидишь меня». Самая старая надпись вырезана в начале 17 века. На открывшиеся валуны приезжают посмотреть десятки туристов. Мы приезжаем сюда год за годом, но никогда не видели голодные камни. Теперь такая возможность появилась. Не знаю, хорошие это новости или плохие. Крестьяне, жившие здесь много веков назад, очень боялись засухи. Ведь неурожай означал голодную зиму. Теперь же старинные надписи – лишь памятник истории. Нужно было плакать, потому что было мало воды, мало дождей. Люди сообщали, что скоро придет голод. Так и было. Сегодня все иначе. Продукты привозят из разных мест. Голод не грозит. Поскольку уровень воды в Эльбе в районе Дечина опустился до 1,5 метров, судоходство временно закрыли. Однако большинство товаров сюда доставляют на машинах и по железной дороге.